Депутат Совета депутатов Одинцовского округа Нина Гинтова встретилась с работниками филиала Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии. Центральной темой встречи стали достижения муниципалитета в сфере здравоохранения. В начале 2023 года в Одинцово открылся Центр диспансеризации здоровья Подмосковью. Кроме того, в поликлинике номер один заработал специализированный кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. А в ноябре 2022 года в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы открылись центр ЭКМО и центр острого диализа.